знаете ли, происходит. А я когда ее прочитал, я подумал, типа, что, серьезно? То есть абсолютно всех персонажей могу озвучить, знаете, как, и чтобы все было вообще хорошо на ролевой игре, и, типа, не только, и чтобы, типа, всегда все было... Новое видео выходит каждый день в 20:00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. Здравствуйте, уже подходит к концу вот эта вот, знаете, неделя инсайдерских новостей, или там даже не неделя, сколько там получится, 6 дней, может быть, я не знаю, сколько вообще выпусков получится, я их, знаете, снимаю, записываю, все прочие вещи делаю, поэтому подписывайтесь, таких новостей, наверное, больше не будет, ну или будет, то есть как вообще подойдет вам, или как вам не подойдет, ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал, отписывайтесь от канала, неважно, давайте не будем тянуть хронометраж, и без того большого видеоролика, как говорится, воды мало, вас много. Много и так далее. Давайте уже перейдем непосредственно к самой новости, что там вообще такое, знаете ли, происходит в GTA Сампе вообще, то есть за последние там несколько дней, часов, веков и так далее. Самп Ролиплей открывают для читателей Ливи Самп вакансию консультанта по ролевой игре. То есть, вот знаете, я для начала, когда вот сначала вообще, когда я все это прочитал, всю эту новость, знаете, вот новейшую новость, то есть, которая мне инсайдерским путем досталась, а я когда ее прочитал, я подумал, типа, что, серьезно? То есть, они такое делают, они вроде только недавно, там, знаете, Fotpix кое-как запустили, кстати, зовите меня на озвучку Fotpix, чуваки, там, если кто-нибудь смотрит, Тони Твикер, там, а кто еще есть, я не знаю, Ангел Коса, зовите, то есть, все зовите, то есть, там, все ответственные люди, я озвучу вообще абсолютно всех персонажей могу озвучить, знаете, как в правильном переводе Гоблина, то есть, я прям все озвучу, все, что нужно будет, все, что не нужно будет, зовите и так далее, я все сделаю, ладно, давайте без воды. Ну, то есть, типа, вот, знаете, консультант по ролевой игре, то есть, действительно, чтобы поднять вот уровень всей этой ролевой игры, чтобы там действительно все было круто, классно, и чтобы все было вообще хорошо на ролевой игре, и типа не только, и чтобы типа всегда все было отлично, замечательно, круто, так далее, вот, и ну, типа, вы же сами все это понимаете прекрасно, типа, зачем я вам все это объясняю, то есть ролевая игра, вот эти вот все прочие вещи, ну, типа, тут все, я как бы, я думаю, что тут все, то есть, более-менее вот так понятно. Это как, знаете, вот, допустим, приходишь ты в какой-нибудь магазин, там, какой вот и привести в пример, там, видео, там, я не знаю, Эльдорадо, там то, все, вот это вот 10, 5, 85 и так далее. То есть, вот ты приходишь, просто думаешь, типа, ага, вот что бы мне купить? Подходишь к каким-нибудь там витринам, ко всем прочим, вот этим вот витринистикам, ко всем прочим вещам. Ты подходишь, говоришь, вот, а что бы, а может быть то, а может быть вот это. А к тебе уже подходит консультант, говорит, может быть, вам что-нибудь подсказать, а ты такой, да нет, нет, я только смотрю, и тут так же. Заходишь ты на сам ПРП, вот думаешь, уже знаешь, начать там слэш ми, там слэш туду, слэш трай, вот это вот все прочее. А к тебе подходит консультант и говорит, мол, типа, вам что-нибудь подсказать, вот там, слэш ми, там, слэш туду, вот, все прочее, вам надо вот что-нибудь подобное вот из этого, то есть вот рассказать вам надо вообще, мы можем рассказать, мы можем там все вот это вот сделать, как вы понимаете, то есть все будет вообще замечательно, круто и так далее, то есть надо вообще все это сделать, нет, надо, чтобы звонко по красоте было, нужно, нет, то есть, не, мы можем сделать, а, не надо, все, тогда ладно, пиши там сам свои вот эти слэш ми, слэш туду, слэш трай и так далее, но, к сожалению, вот я думаю, что, вот я сейчас смеюсь над этим, как-то все прикалываюсь, да, над этой новой новостью, а тем не менее, то есть дело в том, что на Arizona RP такие консультанты, они бы не помешали, только не в виде людей, а в виде какого-то там, я не знаю, робота и так далее, то есть чтобы ты водил слэш ми, там, я не знаю, какой-нибудь искусственный интеллект анализировал все, что ты там написал, все, что было в чате, и по итогу оно выдавало какую-то вариацию того, что можно ответить, что можно написать, и вообще, чтобы, типа, ролевая команда-то заладилась, ну или на гамбите такое будет неплохо вообще, да, когда они там вернутся со своего этого перезапуска, со всей прочей вот этой вот фигни, если вы не понимаете, о чем я, смотрите предыдущие или какой-то из предыдущих видеороликов. То есть там все вот это вот смотрите и многое другое также делайте. А я играл на проекте Arizona Roleplay Phoenix, IP, а также мой никнейм, а также мой промокод, а также все прочие вещи, они находятся в описании, заходите туда, там все это узнавайте, делайте, понимаете и распознавайте, и все прочее также вот делайте, если вам это все надо будет.